colega da Foundation to Save Yours. Три 4 дня упорных сражений на зеленых полях замечательной старинной Фракии. Я получил много писем в последние 4 дня. I have received a lot of letters over the last 4 days. И от участников нашего турнира, и от тех, кто не участвовал в нашем турнире, но внимательно наблюдал за ними, скажем, через наш сайт или через мой Facebook. В любом случае, я получил вашу просьбу продолжить нашу деятельность практически. Все, кто мне писал именно об этом, просили. И я могу сказать, что мы, конечно, попробуем в следующем году нашу деятельность продолжить. И примерно в это же время провести Cape Calacra Open 2018. Я работаю сотни людей из участников нашего турнира. И отдел. Наша сегодняшняя встреча была просто невозможна. В следующем году и пусть ничто не помешает нашей встрече. Спасибо. Я благодарен за то, господину Витяну, что услышал о себе так много интересного. Спасибо. Разных стран, разных народов. Айче, Тодор, Намко, Николай, Джоса, Лори, Али. Николай Ковач. Congratulations, applauses. Applauses for the winner team. Ваши аплодисменты, победите. The winner in Division A. Победитель в дивизионе А. Is Rebecca Jumagulova. Это Rebecca Jumagulova. Dear ladies and gentlemen, dear friends, I would like to congratulate all the players, and I hope that you enjoy the tournament. I want to thank the referees and the judges, the Mrs. Loya, and the president of Foundation, Sar Sardarov, and the main sponsor, Mr. Ivitan, and my family for helping me and supporting me. This was the last time I'm participating in this tournament, and I'm not going to take the watches because it's too expensive. The price is such an expensive price, so I'll give it to a fund because I'm an amateur status player, yeah.